Вручение дипломов выпускникам Химического института имени Бутлерова состоялось 29 июня. Этот день юные химики запомнят на всю жизнь, ведь впереди их ждет неизвестная дальняя дорога. Всего в этом году выпустилось 96 студентов. Это специалитет, бакалавриат и магистратура. 17 из них окончили вуз с отличием и получили красные дипломы. Но многие выпускники не спешат прощаться с любимым институтом. Поступаю в магистратуру. То есть еще 2 года я буду здесь учиться. Но я буду скучать по преподавателям, которым я уже не увижусь. Ну и, конечно же, по своим одногруппницам, так как у нас женский коллектив, у нас 15 девочек. Вот, и, ну, большая часть, конечно, остается, но есть одногруппницы, которые уходят. Я собираюсь дальше поступать в аспирантуру, поэтому еще на этом жизнь не заканчивается. Я, ну, с друзьями буду со всеми видеться. Учащиеся Химического института КФУ получили ценные знания и смогут с пользой применить их в будущем. Желаем им успехов. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз.